Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и сейчас будет коротенький обзор новинок из каталога номер 11 компании Oriflame. У нас выходит новая серия для детей «Утиные истории», и это еще не все, и еще Рапунцель, та самая девочка с длинной-длинной косой, наверное, у которой самые длинные волосы на свете. Итак, что мы с вами можем сейчас посмотреть? У нас представлен шампунь для волос и тела, детские «Утиные истории». Вот такой красивый флакончик голубого приятного цвета, и на картинке много-много утят. Я думаю, нашим детям и внукам и так далее, и родственникам маленьким, у кого есть дети, имейте в виду, появилась новинка. Нюхаем. Бубль-бум. Да, пахнет жвачками, чем-то таким вкусным. Вот у меня пришло на ум сразу бубль-гум. Хорошо, что есть маленький дозатор. В общем-то, упаковка такая, к которой мы с вами привыкли. Хотелось бы, чтобы поменяли упаковку, и она была, например, в виде утенка, этот же самый наполнитель, да, пусть шампунь будет в виде утенка. Было бы намного прикольнее. Ну ладно, об этом в другой раз. И в серии Рапунцель нас ждет шампунь 2 в 1. То есть это у нас будет шампунь-кондиционер для девочек. И мы сейчас его понюхаем. Как вкусно! Я даже не могу сказать, что это. Что-то такое вот знакомое-знакомое. Как дюшес, мне кажется. Очень вкусно. Но то, что у меня началось обильное слюноотделение, это однозначно. И нас ждет новый бальзам для губ. До этого была серия Микки Маус. И я заказывала себе эти все помады, потому что я безумно люблю детские бальзамы. Я их брала для себя и для дочки. Сейчас мы будем брать новую серию Рапунцель. Вот такая хорошенькая помада. Смотрите, все красиво. Здесь у нас девочка из мультика с огромными глазами и золотой косой. И россыпь цветочков. Все очень классно. Давайте сделаем дегустацию. Да, пахнет очень вкусно. Смотрите, огромный вот этот стержень. Помады, бальзама хватает надолго, абсолютно нет никакого цвета, просто губы становятся мягенькие, ухоженные, неженькие такие, и пахнет вкусно. То есть самое то, что нужно для наших маленьких модниц, наших принцесс или королев, как вы называете своих дочек или внучек, это будет классный, очень супер подарочек. Обращаю ваше внимание, что при заказе двух продуктов с этих страничек мы получаем большую выгоду, то есть экономим еще свои деньги. Поэтому не заказывайте по одной штучке, берите два. То есть, например, можно взять шампунь, кондиционер и помаду. То есть любые два продукта. Или один продукт из серии «Утиные истории». Тут, кстати, будет еще мыло. Мыло у нас не представлено пока, новинка. Но оно будет, его можно заказать, поэтому берите два, будет выгоднее. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам приятных покупок, балуйте своих малышей. Всего доброго, до новых встреч, пока-пока. GoPro Stop Video.